большой привет! Рада вас видеть на своем канале. Сегодняшнее видео — пустые баночки Марта. Баночек будет очень много, поэтому видео разделю на две части. Давайте начнем с волос. Закончился шампунь от Чистой Линии «Морошка, облепиха, абрикос». Ограниченная серия для ломких и ослабленных волос. Шампунь был такого яркого цвета, оранжевого. Бесподобный аромат облепихи, очень приятный. Что касается качества, он мне понравился на 4 из 5. Немного подсушивал волосы, немного их спутывал, поэтому всегда его использовала с каким-то бальзамом либо кондиционером. 400 мл – это большой, огромный объем. Немножко успел надоесть, но использовала его как проходной шампунь, чтобы смывать маски с маслами, чтобы смывать краску с волос. Таким образом он у меня и закончился. Две маски для волос из серии «Звездные рецепты красоты». Одна ламинирующая, другая против выпадения. Против выпадения с авокадо, инжиром и миндальным молочком мне понравилось больше. Она по текстуре более плотная, более насыщенная, концентрированная, подходила моим волосам. Волосы заметно после этой маски становились более плотными, гладкими, послушными, блестящими. А маска ламинирующая с золотым маслом жожоба, лецитином и кератином мне понравилась меньше. Она, как бы, знаете, не очень, наверное, подошла моим волосам. Вот что была, что не была, честное слово. Я пыталась обогащать ее маслами, пыталась держать больше, но нет. Из двух масок против выпадения мне понравилось больше. Конечно, против выпадения она не действует, просто маска хорошо воздействует на волосы, напитывает их и ухаживает за ними. Два продукта от Organic Shop подошли к концу. Это освежающий гель для душа Lime, 100% фруктовая польза. Гель для душа был в большом объеме, 500 мл, здесь огромный объем. Вот такой был цвет, как колпачок. Очень приятный, бодрящий аромат, свежий, цитрусовый. Не успел надоесть, несмотря на такой большой объем. И к нему в пару использовала скраб для тела, освежающий лайм. Здесь был 200 мл объем. Как скраб он, конечно, никакой. Он очень мягкий, он очень деликатный. Здесь вы видите вот такие скрабирующие частички. Они очень маленькие, воздействие минимальное идет. Но когда мне нужен был деликатный такой уход, я брала этот скраб. Поэтому попользовалась этой парочкой, тоже довольна. Гель для душа от Le Petit Marcellier «Каштан и фисташки». Экстра мягкий, увлажняет и питает. Абсолютно проходной для меня продукт. Никакого там сильного аромата приятного не было. Раскрытие аромата было минимальное, попользовалась и ладно. Не самый любимый мой экземпляр был. Еще один гель для душа Faberlic. Это Оман, удовое дерево и юдзу. Этот продукт мне подарила когда-то подружка. Я была приятно удивлена этим ароматом. Аромат удового дерева, он такой пряный, восточный, немного тяжелый и в приятном бархатном оформлении юдзу. Такая, знаете, добавленная нотка цитруса. Все вместе очень приятный, насыщенный, парфюмированный аромат. Как мне казалось, он был идеален для холодного времени года. Его можно было использовать как пену для ванны, так и гель для душа. Большой объем, 310 мл. Я знаю, что еще какие-то есть. Видела, девчонки видео показывают еще какие-то ароматы. Но вот мне этот юдзу, это Оман, очень понравился. Такой необычный. Чистая линия, сос эффект, питание и уход. Бальзам-ополаскиватель для волос, требующих особого ухода. К сожалению, этот бальзам был очень поверхностный для меня, очень такой слабенький. Со своей задачей, как глубокое восстановление волос, конечно, не справлялся. Был поверхностный эффект. Немного волосы смягчал, немного распутывал. Ну, в принципе, мне кажется, этого достаточно для такого рода бальзама. 230 мл. Аромат очень приятный. Покупала по хорошей цене, поэтому попользовалась хорошо. Green Mama. Тоник для жирной кожи, который покупала фикс прайс, брусника и чистотел за 55 рублей. Это практически даром. Цена
этого продукта несопоставимо с его качеством. Качество у него отличное. Здесь большой объем 300 мл. Вы можете видеть состав. Пользовалась большим удовольствием. Очень приятный, очень натуральный. Отличный продукт. Еще в запасах у меня один есть. Оставила его на лето. Фа – природная свежесть, аромат белого чая без солей алюминия. А так как этот продукт заявлен без солей алюминия, то, конечно, он не так хорошо защищает от пота и от влажности. Поэтому этот продукт я использовала в доме. Аромат на самом деле очень приятный, ненавязчивый, не создает такой пелены, облака пыли. Поэтому понравился. Ну, что касается защиты, так на троечку, средний. Больше не повторю. Фаберлик. Мужская серия Celsius. Закончился у мужа. Пена для комфортного бритья. И точно такой же кислородный бальзам после бритья. Пена была мягкая, по его словам. Ну, обычная хорошая пена. Здесь объем 200 мл. Хватило продукта на очень-очень большой период. Поэтому понравился. Ему тоже дарили. И кислородный бальзам после бритья 75 мл. Он очень хорошо охлаждал кожу и увлажнял ее. Но охлаждающий эффект был ярко выраженный. Поэтому тоже неплохой, хороший. Еще что касается мужской серии, Man & Speed Stick 24/7 водостойкий. Дезодорант, антиперспирант без спирта. Защита 48 часов. 150 мл этого товарища я покупала в фикс прайс за 99 рублей. Очень даже неплохой дезодорант, антиперспирант. Хорошо защищает на рабочий день. Хорошо справляется со своей главной задачей. Но у него есть небольшой минус. У него очень сильное облако распыления. Но настолько сильное, настолько агрессивное, что можно просто задохнуться и такая будет завеса, пелена. Поэтому, конечно, лучше использовать там в ванной комнате, где-то вы использовали и вышли. Не дышать, конечно, этим продуктом. А так хорошо защищает, приятная цена. Вполне можно, конечно, попробовать. Молочко для тела. Эко-лаборатория, бархатная кожа с органическим маслом абрикоса, лаванды, экстракта магнолии и граната. Без силиконов и парабенов. Почти 99% натуральных ингредиентов. 250 мл у этого продукта. Здесь все активные ингредиенты заявлены и расписаны. Сам продукт по себе очень густой, то есть это такое, знаете, очень густое плотное молочко. Здесь производитель нам сделал помпу-дозатор, это плюс, потому что продукт очень густой, и его никак оттуда не вытряхнуть. То есть у меня вот немножко остатки остались, размазались по стеночкам, как бы я ни трясла, как бы я его не выковыривала до конца полностью, мне не удалось его использовать. По аромату очень приятный, натуральный такой аромат. Что-то там с абрикосом немножко, что-то абрикосово-цветочный аромат. Продукт, несмотря на то, что густой и плотный, хорошо разносится, быстро впитывается и прекрасно напитывает кожу. Вот именно напитывает. Она становится такой бархатистой, напитанной, упругой и очень быстро впитывается продукт. Хороший, мне понравился. Поэтому могу посоветовать. За помпу-дозатор отдельное спасибо производителю. Маркел Косметикс, серия Биохеликс с муцином улитки, мусс-желе для умывания с яблочной и молочной кислотой и депантенолом. Удаляет загрязнение и косметику, бережно отшелушивает. Здесь большой объем 200 мл, много всего написано. Это было такое густое-густое гелевое желе, которая прекрасно пенилась. Нужно было вспенить 2-3 капли в ладонях и потом всю эту пену перенести уже на лицо. Прекрасно вспенилась, распределялась на лице, а лицо моментально становилось свежим, таким очищенным, и кожа была очень-очень гладкой, потому что здесь, конечно, содержалась кислота. Каждый день я этот продукт не использовала, наверное, через день, через два, поэтому он очень долго у меня был в использовании, немножко надоел. Аромат у него приятный, слабо выраженный, но приятный.
Плюсом является помпа-дозатор, тоже очень удобно, потому что продукт очень густой. С удовольствием попользовалась. Кто не пользовался, могу девочке посоветовать. Новосвит. Массажное масло для снятия усталости с комплексом эфирных масел корицы, грейпфрута и бергамота. 125 мл. Я извиняюсь, что оно в таком виде, но оно у меня почему-то все уже так отошло и все немного грязное. Но это не суть. Суть в том, что продукт просто великолепный. Во-первых, по аромату. Девочки, волшебный расслабляющий аромат корицы, бергамота и небольшая нотка грейпфрута. Это так композиция подобрана. Все для расслабления, для отдыха, для снятия усталости после рабочего дня. Просто супер. Здесь также есть помпа-дозатор. Вы небольшое количество масла выдавливаете, наносите на тело, вам делают массаж, вы это полное расслабление, просто супер. Зимой как никогда подходил этот аромат, здесь тоже много всего написано, мне очень понравился, очень экономичный объем, 125 мл, пользовалась долгое время и одни положительные эмоции. Поэтому, девочки, если вы увидите, то обязательно попробуйте, не проходите мимо. Чистая линия, мягкий скраб малины и брусника, бережное очищение для сухой чувствительной кожи. Это легендарный продукт, который нравится многим девочкам. Мне тоже он нравится. Здесь 50 мл. Единственное, вот знаете, со временем у меня раньше пользовалась я абрикосовыми косточками несколько лет назад. Потом перешла на мягкий скраб малины и брусника. Сейчас уже немножко вообще отхожу от скрабов, делаю ставку на пилинг скатки. Все-таки моей коже уже больше нужен более деликатный уход. Скрабы, они немножечко агрессивны для меня. Но вот этот скраб, он из всех, которых я пробовал для лица, самый более подходящий. Он нежный, он не так сильно травмирует кожу. Я не наношу его на всю кожу, но наношу в основном на Т-зону, нос, лоб, подбородки раз в неделю. Просто замечательно. Не знаю, куплю ли еще. Возможно, куплю. Впереди у нас лето. Но небольшой хочу сделать перерыв. 100 рецептов красоты. Пенка для умывания. Очищение, увлажнение, свежесть и улучшение цвета лица. Всегда на высоте. Этот продукт я случайно купила. Не планировала его покупать. Здесь 100 мл. Но привлекла меня либо цена, либо что это была новинка. Во-первых, первый минус. Мне не очень понравился аромат. Он пахнет каким-то пластиком, какой-то пластиковой пленкой. Ну, немного отталкивающий лично для меня аромат. Поэтому это, конечно, минус. Сам продукт выглядел как такое молочко, немного салатового цвета, которое нужно выдавливать на руки, распределять и умываться. Но на руках оно плохо распределяется, поэтому нужно брать либо было щеточку, либо спонжик для умывания, либо там еще какой-то продукт, чтобы хорошо распенить и уже нанести эту пену на лицо. Поэтому был не вариант распенивать в руках. Поэтому нужно было заморачиваться, и как-то, знаете, без большого энтузиазма я использовала эту пенку, хотя по качеству продукт хороший, он кожу не стягивает, как завершающий этап очищения кожи подходит для умывания с утра, но просто вот то, что с ним нужно было возиться, его распенивать, и не очень приятный для меня аромат сыграл не в пользу этого продукта, поэтому я попользовалась, но, конечно, больше его не куплю. Так, девочки, еще хочу вам показать в этой части Боро Плюс. Это продукт, который всегда должен быть у меня. Крем Боро Плюс. Это активная травяная формула с лекарственными травами, известными своими антисептическими успокаивающими действиями. Использовала для сухой потрескавшейся кожи, локти, колени, пятки зимой. И себе, и супругу, когда у него, знаете, обветривают руки, когда там шершавые становятся локти, колени, то этот капелька этого крема, он очень густой, плотной текстуры, его аромат, конечно, к нему нужно привыкнуть, но мне он нравится, мне он импонирует, этот аромат, меня абсолютно не напрягает. Действие этого крема замечательное, на любые участки и лица, и тела можно наносить. Сейчас у меня есть такой в фиолетовой упаковочке, в обновленном дизайне, поэтому всегда-всегда должен он у меня быть.
Так, ну и, наверное, последнее, что покажу в этой части видео, это крем питательный для рук от компании Delicare Pantenol масло макадамии. Интенсивно питает и смягчает кожу рук. Здесь большой объем 100 мл. Крем мне понравился очень. Несмотря на то, что он был по довольно бюджетной цене, он очень напоминает мне кремы от бархатных ручек. Такая же сливочно-кремовая густая консистенция. Он очень хорошо питает руки, увлажняет. Нету никакой пленки такой, знаете, которую вы чувствуете. Очень хорошо напитывает ручки. В течение дня пользовалась и пользовалась большим удовольствием перед сном. Поэтому, если увижу, могу только посоветовать, девочки, попробуйте. Ничем не хуже бархатных ручек и прочих бюджетных вариантов. Все, друзья мои, на этом первую часть видео о пустых баночках я заканчиваю. До новых встреч и увидимся во второй части.